Сегодня у нас 12 ноября 2020 года. Я подъезжаю сейчас к городу Гавр, Ле-Авре. Погода хорошая, у меня настроение поднялось. Я сейчас только что позавтракал, кофе попил. Вот, стало сегодня в 2 часа ночи. Вот, проехал все 700 километров практически. Вот, в принципе, никакой определенной темы нету для разговора. Думал просто включить камеру, а там, может быть, уже что-то будет поснимать. Да, согласен, я очень долгое время не снимал. Что-то как-то это... Ну, не идет. Знаете, когда не хочешь, тогда лучше не снимать. Знаете, да, прекрасно. Если человек делает что-то неискренно, тогда и все остальные об этом знают и видят. Короче, я решил сегодня включить камеру, и там уже посмотрим, определимся, что там получится у нас поснимать. Вот нам надо будет разгрузиться, а потом обратно сюда вернуться, в Гавр, в Ле-Авре. А, ну, я сейчас, наверное, оставлю включенным, действительно. Тут же красивый пейзаж. Уже не один раз я тут проезжал. Не один раз я, ребята, вам тут показывал. О, тяжелая машина. О, тухнет. У меня машина-то полная, еще загруженная полная. Вон кораблик заходит куда-то, заворачивает он. А, или он просто поворачивает, разворачивается. Так, а здесь, смотрю, воды побольше стало. Летом я когда тут проезжал, тут было это... Больше территория сухая. Сейчас он с океана, воды немножко побольше намыло. Кто не знает, ребят, вон там вот Атлантический океан. Вот буквально вон за тем мысом, там уже океан начинается, открывается в сторону Англии. Ну, в случае, если кто-то не знает, может, кто-то первый раз на канале. Плюс 14 градусов. Тепло. Если выходил сейчас на стоянке, когда завтра выходил на улицу, вообще ветра нет, тихо, тепло. Вообще, как будто... Блин, как будто, не знаю, ранняя весна, не весна, а ранняя осень. Вообще даже нету намека. Что там, нет, не полицай. Так, а что они тут поперекрывали все? А, сужение дороги. Такое ощущение, как будто сейчас начало сентября. Теплынь такая. А чё нет? А, тут в одну полосу, на одну сторону моста сводят. Окей, хорошо. Ладно. Ребят, рассказывать абсолютно нечего. Пока ничего, никакие темы в голову не приходят. Может быть, в связи с этим как-то вы мне напишите какие-то вопросы в комментариях. Я попробую собрать видео с ответом на вопросы. Это мне поможет как-то тему развить. А так, видите, я уже не знаю. Ну, все уже показал про свою работу. Все рассказал, все показал. Я езжу сейчас, в принципе, по одним и тем же местам. Поэтому и видео стало меньше. Ну и погода была не очень хорошая. Очень долгое время было дожди. Такая вот осенняя хандра. Вон туда, ребят, вон там океан дальше. Выход в океан. И дальше в Англию. Ой, тяжело поднимается. Здесь с этой стороны, вон смотри, видно грунт, воды поменьше. Вода спадает, и вот такие вот получаются. Блин, узкая тут фигня такая.
Но одно я уже могу точно сказать, что я в пятницу домой не успеваю возвращаться. И на эту неделю я субботу захватываю. Рейс длинный, поэтому не успеваю. Дело в том, что вчера во Франции был выходной, был праздник. Было фарфорбот, то есть нельзя было ездить грузовиком. И я практически целый день... Не практически, а целый день дома просидел, прождал, потому что не мог выехать. Выехал я только ночью, вон в 2 часа ночи. Немножко подустал, но сейчас немножко кофе попил, освежился. В смысле левой стороны? Ты чё? Коги сюда заедут, ты чё? Чё, опять начинается? Здрасте, жопа, Новый год. Зачем вот эту херотень поставили тут? Так, у меня до места 3 километра. Но мне кажется, что-то я не туда поехал. Может быть, надо было как-то с другой стороны заехать. Ладно, будем потихонечку ехать. Это мэрия. Ну, слушай, погода вообще отличная. И это, блин, практически середина ноября. Непонятно, то ли это бабе лето. Блин, только бы грузовик сейчас не выехал навстречу. Тут, блин, разъехаться будет крайне неудобно. Какое окошечко маленькое. Поверните налево. Смотри, прямо тоже нельзя, вон 3,5. Вот так вот, ребята, вот это вот населенный пункт называется. Видите, вот. Так, я точку поставил на навигатор, посмотрел на Google карте. Точку поставил, должен приехать именно туда. Я надеюсь. Странно, странно. Что-то я заехал в деревню, сделал полукруг и опять выехал с нее. У меня такое ощущение, как будто я вон оттуда слева приехал. А, ладно. Что думать, отгадать? Ёбки-ё-моё. Сейчас немножечко потише надо ехать. Дорога очень узкая. Так, братан, давай это. Разойдемся мирно. Давай не будем зеркалами биться. Ой, как я люблю вот эти вот поля широкие, просторы, блин. Ой, какие просторы, зеленая погода. Ой, как хорошо-то. Сейчас бы одеть хорошую обувь для прогулок. И потопать километров 10-15 пешком. Вот это было бы здорово. Так, 1 километр у меня до места. Где-то показывает с левой стороны. Смотри, тут все зеленое. Ноябрь месяц называется. Ну да, зимой, наверное, какие-то что-то посадили на зиму. Через 300 метров развернитесь на кольцевой развязке. Третий съезд. Затем поверните направо. Окей. Да,
Да, здесь промышленная зона с левой стороны. Развернитесь на кольцевой развязке. Третий съезд. Затем поверните направо. Смотри, прям предприятие, да еще и забор такой. Поверните направо. С колючей проволокой. В конце дороги поверните налево. В смысле? А, ну да, нам сюда надо. Правильно. Так, окей. И что, и куда? Поверните налево. Затем вы прибыли в место назначения. Ладно. А, короче, вон там еще машины до сих пор в очереди стоят. Оказывается, это, я сюда приехал, а тут еще две машины возле рампы только встали. Пока освободили, пока мне разгрузили, почти час прошел. Я к тому, что на вторую разгрузку я не успеваю. Блин, колючая проволока, это как капец, как в тюрьме, а? Вообще-то я дал себе зарок на территории фирм не снимать. Но, блин. Но только дорогу снимать тоже неинтересно. Вон народ, допустим, сидит, курит. Что на меня смотрит. Придется камеру спрятать, потому что... Ладно, проблема в том, что не успел я сегодня разгрузиться, и это очень плохо. Это еще больше затягивает мои выходные. Ну да ладно, в принципе, что мне, не первый раз. Не первый раз в субботу возвращаться. Но куда ты едешь, блядь, да что ж ты за тупость-то такая, а? Ё-моё, ну вообще веселуха. Есть ли возможность назад уехать? Да? Спасибо, дружище. Да, если бы я сегодня... Калегин. Женщина за рулем. Да, если бы я сегодня разгрузился... Ой, какие окошечки. Красивые. Я бы смог еще сегодня немножко проехать в сторону загрузки, в сторону пирожков. Ну а так. Хорошо. А так, блин, придется ночевать. А потом только в половину восьмого. Только в половину восьмого будет разгрузка. Поверните направо. Обидно. Обидно, обидно, обидно. Что-то ищет. Чуть-чуть у меня не хватает доехать до места. Но, в принципе, я не собирался доезжать до места, потому что там возле фирмы может быть не может не быть места. Поэтому встану здесь где-нибудь. Если тут будет место, на стояночке обязательно встану. Вот он наш, ихний выход. В океан вон кораблики стоят, вон смотрю, вон вдалеке с контейнерами. Класс. Люблю море, океан, берег, вот это вот все, вот это вот моя тема. Очень люблю воду. Все водоемы, речки, озера, все это мое, очень люблю. Это лучший отдых на воде. Ляпота. Так, до места у меня осталось 12 километров. Я надеюсь,
Здесь будет место на стояночке, если нет, то придется тянуть дальше, немножко перетягивать время. Так, что у нас тут с местами? Наверное, нет. Нет, есть одно место, смотри. Что, встанем здесь? Ну да, встанем, а куда деваться? Давай встанем здесь. Ну и все тогда. Ну и все, ребят, я тогда буду закругляться. Завтра еще раз включусь. 7 часов утра. Около 7. Я уже проснулся давным-давно. Но, блин. Фирма-то открывается только, блин, половина восьмого. Чем мне там делать? Что у нас тут пропускает? Ну, вроде бы как пропускает. Нифига не пропускает. Коллега. А мы поедем опять через Горбатый мост. О, смотри, на мотоциклах катается в ноябре месяце. 13 ноября. Кстати, сегодня 13-я пятница. Надеюсь, день будет хороший. Ну а что я на мотоцикле не кататься, если на улице, ну, плюс 13 градусов. В принципе, нормально. Если тем более недалеко где-нибудь тут ехать по месту. В принципе, замерзнуть не успеет. Зона. Огоньки кругом, смотри, красиво. Ай, ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ляпота-то какая. Вот, переночевали на берегу океана. На прошлой неделе я ночевал один раз на озере в Швейцарии, на большом. На следующей неделе на океане ночую. Хм, хорошо, романтика. Через 800 метров. Было сомнение. Очень долго смотрели мои бумаги. У меня не было специального номера, этого референс-номера. И назначенного времени. Смотрел он, смотрел эти бумаги, звонил кому-то, что-то спрашивал, потом... Закрой окно. Потом взял какую-то, сделал копию. Не копию. Взял какой-то лист, сделал факс, куда-то отправил. Смотри, какой кораблик стоит. Ой, ляпота. Это здесь вот канал, вон еще один такой же, с таким же названием. Класс. Так, где я был? В общем, он взял какую-то бумажку там, отцепил, сделал факс куда-то, отправил, наверное, сюда, в бюро. Потом отправил меня, говорит, иди в машину, я тебя позову, если что. Я уже думаю, да что ж такое. Думаю, может быть, все-таки не сюда, потому что мне все до сих пор еще пишут старый адрес. Зиафрего, это
Есть еще там дальше, вовнутрь, в эту индустриальную зону, есть еще Зеофрего. Но там старые, они сюда практически все приехали. Но есть там еще, по-моему, что-то есть. Народ курит. Вот, думаю, может быть, все-таки в другом месте где-то. Но нет. Сказал заезжать. Сейчас посмотрим. Подъехал, цак-цак, разгрузили, потом все. И потянулось. По всей видимости, там проверяли, там, как обычно. Считали, сортировали. Ну да ладно. Ну, слава богу, все нормально. Все разгрузили, все хорошо. Я разгрузился, могу сейчас дальше ехать. Так. В общем, я свободен, все. Я еду грузиться булочками. Столб кто-то снес, кому-то места мало было. Знаете, когда разгрузишься, когда ты все сделаешь, и вот это вот удовольствие от того, что ты закончил, все. То есть ты переживал, ехал, думал, как там, как что получится. А потом, когда разгрузился, уже едешь на загрузку, все, свобода как бы. Классно. Поверните налево. Вот я, блин, специалист. В одной руке камера, в другой стороны фотоаппарат. В другой руке фотоаппарат. Да пофиг, буду фоткать. Как раз залив этот, как его, канал в океан, который выходит. А, не видно отсюда, туда. Сейчас вот надо заехать на заправочку, купить багет. Что там горит? Трактор стоит какой-то, контрольно, нет, контролированно что-то сжигают, понятно. Так, всегда радуюсь, когда с утра свежий багет покупаю, вкусный очень. Нравится багет, конечно, французские ляпота. С охотки, блин, можно целый багет съесть. Он, в принципе, не такой большой. Его можно, блин, за один раз есть. Да, вон туда, подальше. А тут маркт еще какой-то. Пойдем посмотрим. Так, где-то километров 50 до Парижа осталось. Так, машинку закрыл. Да, закрыл, все. Пойдем этот март. Может быть, даже получится поснимать что-то. Так, маску одел, не забыл. Все нормально. Может, со всеми этими событиями закрыто. Ну, пойдем посмотрим. Да. Закрыто.
А где же багеты? А, увидел, нашел. Так. А вот такой вот возьмем. За евро 50, нормально. Как пахнет вкусно. Так, смотрю, даже не знаю, что мне надо. Мне вроде бы ничего и не надо даже. Но смотрю все равно всегда с интересом. Может, что-то какая-то новинка будет. Телевизор даже продается. Музыка играла на заправке. Сейчас все, сейчас привязалась. Сейчас буду ее неделю набивать. Ай, машинка грязная опять, а? Ах, ты грязнуля, ты грязнуля. Я тут уже немножко покусал, чуть-чуть кофе отпил. В общем, приятного аппетита мне. Сегодня у нас for vegan большинство молочных продуктов. Это бутеркройтер, это бранч, чуть-чуть колбаски, нормально. Вон, повидло у меня еще есть, такое вот, и от пиара, это земляничное, нравится мне, вкусное. А ну тут еще паштет у меня мясной, но что-то пока его не хочется. Все, приятного. Мне нравится, что вот на заправках таких, что еще отдельно стоят на улице туалеты. То есть не обязательно идти туда вовнутрь на заправку. Это хорошо подумали. Там и писсуар на улице есть. Так что это... И здесь, кстати говоря, на этой заправке, не воняет мочой. Потому что посреди парковки есть еще туалет. Так, ладно, раз обгоняют, надо пропустить, а потом мы их обгоним. Это очень важно, а то есть такие огромные-огромные парковки во Франции, да и в Германии тоже, но я сейчас про Францию. Есть огромные стоянки, заправки, и людям просто-напросто, допустим, ну когда холодно, дождь или среди ночи, допустим, захотел пописить, да, и... Ты ж не пойдешь туда за километр на эту заправку. Я не про себя говорю. Вот. И потом писают прям под колесо. И потом и воняет. Ну да ладно. Здесь вот хорошо. Видите, еще туалет отдельный. Так, на чем я остановился-то? Где у меня мысль была?
Ну, в общем, это 2,5 часа еще мне до места. Сейчас надо будет Париж проехать. Надеюсь, пробки не будут очень сильные. Так, ладно, хлопчик, давай-ка мы тебя. Французский хлопчик. 21 регион. Бургундия. Сегодня, ребят, 13-я пятница. Не знаю. Я вроде не суеверный. Не сильно суеверный. Но надеюсь, что сегодня пятница 13-я пройдет нормально. Без приключений. К Парижу подъезжаем. Заехал я на 86-й автобан. Движение не очень большое, это уже радует. Но посмотрим дальше туда, к центру. Не знаю, у меня такое ощущение, как будто как-то чище стало, что ли. Мусора меньше. Что, мусор поубирали, что ли, или что? Что зелень опять стала. Сейчас в ноябре опять зелень поперла почему-то. Трава, именно трава. Ну что, вот я и загрузился булочками. LFT, как у нас говорят сокращенно. La Forne Dore. Булочками, пирожками. Так, время у нас 2:30. Ехать, короче, мне еще надо будет 6 часов, и я буду на месте. А, вот он наш домик, за которым мы следим. Смотри, землю разровняли. Но, похоже, пока еще там не живут. Ага. Пусто еще в доме. Вот. Так, что еще я хотел сказать? В принципе, все. Так, сейчас бы опять грузовик не встретить тут. А то прошлые два раза, когда ездил, как назло, именно вот здесь вот на повороте встречался с грузовиками. Потом очередной раз я опять тут поехал. Опять я тут встретил. Прямо здесь на повороте грузовик. И вот здесь вот, возле церкви, тоже один выскочил. Тоже тут кое-как разъехались. Ну как кое-как. Разъехались, в общем. Все нормально. Так, кто-то помер. Угу. Кого-то привезли. Ну, такое бывает. Человек умирает. Так, и на этой оптимистической ноте хочу закончить тогда видео. Все, всем пока, девчата и ребята. Увидимся в следующем видео.